Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Вот такой экшен получился. Привет! Плотник. Замерок. Серега. Михаленко, космонавт. Космонавт. Беляев. Летчик. Давай, иди, дыши. Давай, дядя Леша, инструктаж. Давай. Чего? Вдоль номеров не стрелять, ребята. И стреляем только по видимой цели. Подпускаем на 5 метров. Да, ближе подпускайте. Прикладываем. Вот увидали ее. Стойте, не шевелитесь. Тем более сейчас снег идет. Подпускайте все. Стреляем картечью. Пойдет. 6,2 пойдет? Да, пойдет. 7,5-6. Думайте о себе и о людях. Да. Все хотят вернуться домой. Да. К семьям. Память ей нам не нужна. Возраст. Тебе? Косули. Козы. Возраст козы. Козлов. Взрослые. Они еще рога-то не сбросили? Нет. Мы стараемся. Неделю назад не сбрасывали. Стараемся по рогам. Три отростка было. Сейчас скажу. Лишь по косули прогадим. Числа 15 декабря мы скидываем. Ladies first. Без очков не расписаться будет. Gentlemen before. Поставлю. Перчатки не посилу, так я резинку к ним не пришью никак. Как в детском саду? Да. Андрюш, где? Это удобно. Снял. Что у нас? Знаешь, как можно не такую резинку, которая вот просто петлей на эти, как у горнолыжных. Вот сюда вот такую штуку присовывай. Дамся на номера. Ну что, первый загон был пустой. Вот, кроме трех тетеревов. Сейчас выдвигаемся на место второго загона. Снежочек валит. Красота. Закончился второй загон. Пока все пусто. Так что красную шапочку одел. Надел. Ждем очередной загон. Ну вот у нас уже третий загон. Пока тишина. Ладно, ждем. Что у нас? Новый день. Новый. Что у нас здесь? Thank you.
следы передо мной. Так вот они. И куда они уходят? Не знаешь, как они? Сначала они шли в этот, в сторону трассы, потом крутанулись и по прямой. Сюда? Да. Есть еще выход на поле. Тоже свежий. Данька сказал, к трассе след горит был. Потом... Они сначала к трассе пошли, потом крутанулись и сюда. И один выход на поле. Как они заходили? Они останавливаются. Идут они. Они отсюда ехали. Если они по ходу пошли, они пойдут так. Они там и живут, Серег. Вот я говорю, сюда нахуй. Сейчас, Олег, знаете, что не там делать? Я сейчас по бугру пойду до поля. Если переходов нет. Если переходов нет. Вот теперь, Серега, гляди, а если нам сейчас расставить по... вот здесь, а оттуда гнать? Загонщики готовы, все расставились. Мы готовы. Здесь стрелки тоже готовы. Копали, кормились. Все в следах. Вон еще две лёжки. В общем, косули здесь находились. Целое стадо. Здесь копали, здесь лежали. Все истоптано. Кругом одни следы свежие. Ищем. Красиво получилось. Еще красавчик. Вот такой экшен получился, ребят. Серегу с полем. Но они вышли очень хорошо. Но у нас в поле
увидели, видимо. Четко выходили. Я не стал стрелять. Оп, здесь будем стрелять. Но не стал. Сейчас посмотрим. Так, вот. Добыли. Так, давайте фон освободим. Да, ноги. Козлик. Рожки скинул, жалко уже. Так, это шапочку переверну. GoPro стоп видео. Вот так вот. Они одинаковые. Да, да, сейчас. Вот загонщики самые главные, кто выгнал нам зверя. Так, они закрыли. Так, закрываем лицензию. Да. В первую очередь мы это сейчас отрежем. Талончики. Да, талончик отрежем. Что, зверь добытый. Сейчас запомню. Ножницы надо тебе подарить, дядь Лёша. Да, вы подарите. Мы сейчас заполним. Теперь можно спокойно рыбалкой заниматься. Я и зайчиков гонять. А вы теперь что, бахвалу теперь будете? Мы? А кто же я, что ли? Это он пусть сам думает. Это они после 28-го, блядь, это еще не скоро. Пол, самец. Самец. Сам хочет ведь. Пол животного. Мы уже тут. Возраст. А, возраст ты. 3 года. 3,5. Молодежь. Нет, эмбрионов нету. Так, килограмм. 25 я напишу. Вы не туда будет сегодня скручивал. 22-е. Дата сегодня какая? 22-е. 22-е. А я видел, что там шуганулись. Как, они на меня побежали? Они Ваню увидели. Она сначала на себя видели, потом шуганулся, он как-то... Викапли, ага, все. Все. Да, он начал уходить. Конечно, он влез, сюда влез, ломил. Я стою, он вдоль. Я смотрю, он шуганулся и стоп. Закрыли. Да, вот, здоровая. О, так бы мог бы быть вот так. Пиши, председатель. Загонщик-председатель. Пока вот Олег, ты в загон не пойдешь, ничего не получится. Да, конечно, ага. Больше не пойду. Я просто догоню. Это я просто. Олег, дай крючок. Да, да, да. Сейчас. Вы все начинаете, вон Танюха. Танюха выгнала. Она их на этом... На бомбончик ладила. Так что, друзья, что надо сказать? Не забываем подписаться на канал, да, дядя Лёш? Да, да, чтоб мне деньги приносили. Во-во-во. Ладно, все. Охота была шикарная. Серегу с Полем. Спасибо. Выстрел был красивый. Все, до новых встреч.